Александр Курочкин из Черногорска ехал пассажиром машины в Красноярск. Водитель попал в аварию. Александр сломал обе руки. Он спрашивает, кто возместит расходы на лечение и что для этого нужно. В прокуратуре Хакасии пояснили, что предъявлять иск Александр должен к водителям обоих автомобилей, что участвовали в дорожно-транспортном происшествии. Размер компенсации суд определит, исходя из степени виновности каждого участника аварии.